Так, прошу прощения, я к вам вернулся, да, у меня проблема была с записью. Правда, немножко пробогател костюм, Т9, мы продолжаем играть. Все, я готов, можем выдвигаться дальше. Если что, можете потом посмотреть, у меня на записи это все будет. Ну, технически бывают неполадки периодически. У Ветика с интернетом проблем бывает, со сбой. У меня в данный момент почему-то начал записываться не игра, а браузер Chrome. Видимо, из-за того, что я алтапался, у меня цель сместилась. Нам бывает такое. Ну ничего страшного, я думаю. Ничего не пропустили. А, ну, кстати говоря, мы прошли, походу. Хорошо. Уже видишь наверху. Ну чувствую, это не последний раз, поэтому. Рано подбавляться, я так думаю. О, опять на улицу. Пойдем. Да-да, я здесь. А, здесь помнишь такие эти небаки выскакивают из-под земли? Да. Которые быстро бегают, надо их опасаться осторожно. Собственно, они меня, кстати, убивали, когда ты вот в этом измерении был. Пытались убить, по крайней мере. Да ё-моё, ядрите налево, да что ж такое-то? Может, я правда место закончилось? Да нет. Блин, место-то еще. То 50 гигабайт. Я думаю, это нормально. Если бы место закончилось, у меня бы тупо запись остановился. Ты видел это? Это как этот, в Супер Марио такой из трубы выслался. Друган. Куку мой мальчик. Блин, на жопке что-то. Что-то я боюсь туда идти. Да-да-да. Видимо, придет. Хотя сзади не. О, башка! Ветик, ты смотри, кстати, они периодически высовывают голову. Да-да-да. И по ним стоит, мне кажется, стрелять в голове в этот момент. Когда они ее высовывают. Так, ну стихло, я думаю. Что я не попадаю. Я пытаюсь как попасть. Ага. А, не получается. Стихло, я думаю, можно теперь пройти дальше. Так, тут у нас есть еще какое-то помещение, я думаю, нам туда не надо. Да, нам туда не надо, нам наверх куда-то. Я артефакт нашел, у тебя он появился, если нету, подойди ко мне, возьми тоже. Да, а нашел. Ну я говорю, такие предметы, как модули, артефакты, они сразу обоим дают, чтобы геморройничать. Такие ощущения, как будто скоро будет как один ебака. Это. Иди должно. Это улица. Да, давно ее не было. Сайт мэп. Карта сайта. Хоумпейдж, красивая книга, да? Главная страница контакта. Оооо. Как обычно. Красивый вид, но. Жутковато, по-моему. Жутковато. Блин. О, нет, я сбил ход! Еще две, не понял. А что? Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Лол, что это было? Да сколько ж вас тут? У меня сайт закончился. Чё у тебя кончилось? Татис. Стой, он вот тут стоит. На этот, на С заряжай его. У тебя же есть опасность.
мне патроны тоже. Дай. Патрончики, патрончики. Где патрончики? Тут их море сейчас должно быть. По идее, да. О, я нашел еще артефакт. К нему подобраться надо только. Есть. Где патроны? Я их не вижу. О. Ага, ставлю робота. Место подходящее. Вот сюда ставь. Да, вот да, это. Да. Так. А еще одно место. Тоже на этом уровне. Но оно. Оно помещение, я как понимаю, уже. Погоди. Казалось, тут там кто-то стоит. Тут в этой игре вполне там можно играть стоять. В этой игре можно вполне стоять. Кто-нибудь. Отдел геологии. As you can personally attest, man is naturally compelled to create red markers, duplicates made in the image of the original. They are as much a part of us as the planet that birthed us. Perhaps even more so. We must all act our part in the natural evolution of the universe, Isaac. Something you seem rather reluctant to accept. Никто тебе обращается? Откуда не знаешь, что здесь? Блин, будет соединение постоянно. Бляха-муха. Зашибись, еще и запись не запускается. О, запустилась. Прошу прощения за эти лаги. Не знаю, меня Фрапс убивает. Вроде система-то хорошая, интернет неплохой. Но блин. Постоянные лаги. Из-за чего? На ровном месте причем. Я не понимаю, что это не так с этим Фрапсом. Так. О, модуль. Так, а нам... Да, нам сюда как раз таки. Ты... Там, если какие-то баги выскочит, да, то есть это... Ты... Не начинай ее убивать. Оп. Это, походу, бонусная комната, да? Насколько я помню. Да. Да, это бонусная. Отлично. Вот. Халява. Помнишь, я вот эти модули какие-то там наделал? Так куча, вот, пригодились. Мне еще две штуки осталось, так что, если что, всегда сможем открыть. Так. Куда? Че? Ждать? Да-да, сюда. Давай. Погоди, а чего ждать-то? Открывай, давай. Я и что-то... Опа! Лазеры! Нет! Нет! А, я помню это место. Вот тут... О, вот так. Я помню и видел на бете игры вот это место. Вот таким способом. А, да. Войдем дальше. Я прошел. Вот, отлично. Как хорошо, ведь, что ты это помнишь. О. Ну, в принципе, это логично. Ну да. Ну, он камень. И насколько я помню, там какие-то ебаки вылезут. А дальше все там кончается на этом бета. Ну не бета, там бонусная миссия. Да бляха, муха, я тебе. Да, ну, и... Нажал? Подожди. Блин, опять 25. О, боже мой. Я слышу нехороший звук. Да. Там сейчас вылезут ебаки. А их эта штука разрежить, может быть, не стоит? Да, разрезать должны. Но они маленькие. То есть они не касаются ее. Видишь, я ее выкинул что-то туда, назад. Ну
Какую секунду. А, да. В этом прикол. То что, они стреляют. Осторожно, не поджарься. Я ее забрал, видите, я ее забрал. Она уже там находится, сзади. Да, проходим дальше. Давай, тащи эту ерунду. Я прицелю. Пол. Она застряла. Да, я вижу. Ладно, пес, пойдем. Ой, пойдем, говорю. Пардон. Мой фейл. Чего? Да, я уже половину забыл. А, мы же еще собираем розетку. Я забыл об этом. О, ранил, но не убил. Забей на нее, пошли. Все. Я бил. Я и забыл уже, ну, мы там давно играли, что мы собираем эту штуку-то. Да, аналогично. Я забыл даже, как пользоваться. У меня уже тупый реакция. Да, сразу стрелять, да? Неважно кого. У нас двое с тобой. Да. Своих тут по-любому нету. А свои бессмертные. Да, конечно, фиг там пока. Свои всяко бессмертные. Поэтому, то есть, даже можно по своим стрелять. Стреляй во все, что движется, Федик. Да не, просто так неожиданно появились, и у меня уже как по реакции. А тут? Да. Я боюсь Эпик. Выходить. Сейчас чуть повыскочит опять. Да эти сектанты наверняка им будут. Да, туда нам. Что ж. Элли, как мы знаем, что это будет работать? Ты узнал, как они делают кодекс из всего этого? Да. It looks like they use magnetomic forensic neurology, which produces a data stream stored in the codex. Еще одного робота можно поставить ниже по уровню. That sounds familiar. Там надо будет туда идти. I'll be there soon. Собственно, мы туда сейчас и пойдем. Спустится и двинули. Так, держи капушку на готове, у меня такие ощущения, как будто сейчас здесь вылезет. Что-то есть, здесь что-то есть, потому что я слышу звуки. Ладно. Нравится мне этот треск. Секунду, я робота поставлю, сюда показывает. Лол, он сам себя убил. Я это оставлю здесь и уйду. Никто не власти. Боже. Он сам себя убил. То есть он самоубийство совершил, я его даже не трогал. Испугаться только успел. Оптический прицел нашел, слушай-ка. Иди сюда, здесь у меня полный инвентарь, может у тебя тоже что-нибудь есть. Собрал. Что бы такое выкинуть? Я не знаю. Пила, рез. Стазисная батарея. Фу. Тедди. Да. У нас тут гость. А, понял. Гости. Да. Которым, мягко говоря, не рад. Гости голодают кости. Пошли-ка отсюда. Нам здесь больше делать нечего, так ведь? Так, секунду. Вот еще один ящичек. Вот тут вот, подбери. Ага. Так, ну и все, в принципе, пойдем. Больше тут ничего нас не держит. Так, стоп, нам. Да, нам туда. Так, путь показан вот так как-то.
Надеюсь, эта машина, что мы собираем, она нам поможет. As you recklessly pursue your own destruction. Нам туда. Were it not for the tampering of Earth Garble, these long dead researchers or you, humanity would have painlessly transcended. Я с твоим братишкой притащил, смотри. Не, он там остался. Он решил не поехать, наверное. Передумал. Да. Резко неожиданно. Там туда. Блин, я уже испугал, думал, этот козел нас отравит сейчас. All right. Let's hope we can figure this thing out before Denik finds us. Simple. Leg bones connected. Or, you know, whatever the hell that is. Сейчас мы какую-нибудь гадость соберем, которая потом нам это проблемы создаст. Я вообще-то так, уверен. Что нам надо делать? Собрать розетку просто. Было задание. Не, ну это да. Все есть, все есть уже части. Так. Ага. Все, okay. Понял. So, what part is the head? Соберешь? Короче говоря, теперь нам надо собирать ее. Нет, подожди-ка. Я не пойму, что есть что. То есть, блин. Так, погоди, вот это, по-моему, сюда сейчас. Вот так. По-моему. Ну, не уверен. Так. Опа, какой-то тут... Смотри по толщине разреза. По-моему, вот тут вот это, вот так. Да, по толщине разреза надо смотреть. Не нет. Похоже, не сходится. Вот это. Ой, нет, вот так. Нет. Okay. Нет. I think I see something forming here. Yeah? Are we getting close? Нет, вот это. Да-да-да, вот так правильно. Вот так вот. Так, дальше идет маленький разрез сверху. Он должен сочетаться у нас. Да, вот эти правильно, вот эти правильно. Подходит. Первый, второй, третий, четвертый правильно. Вот дальше что-то не по. А, и дальше правильно, пятый правильно. Так, теперь нужно три маленьких снизу. Три маленьких так снизу. Вот. Нет, не это вот. 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 Погоди-ка, это как бы не берется или. А, да, это не берется. Так, три маленьких снизу. Потом не. Они сочетаются. Да-да-да, вот так правильно. Подожди, и вот эти поменяли. Так. И. А вот эту большую что-то куда? Значит, что-то понять. Неправильно сделали, подожди-ка. В каком-то ну-ка. Месте, да, мы зафейлили. Это начало, так, а, вот оно куда. Подожди-ка, а может да-да-да. Оно... Да-да-да, самое начало, второе место, о! Все, да, вот. Какая гадость, смотри на нее. Спасибо, фей... Так, и что нам теперь делать? Нажать кнопку, наверное, что здесь надо. А, да, точно, там кнопочка. Боже мой, ну... Сейчас ведь... А потом, а знаешь что, а потом нам придется с тобой с ней сражаться, я почему-то уверен в этом. Да. She doesn't have a face. It's not even a she. It's an it. Rosetta's an alien. Да ладно. What? Вы только поняли? What does that mean? It means they used an alien brain to unlock the secrets of the alien machine. It's clever. Даже мы уже поняли, что это не человек. Скрестим пальцы и перезарядим оружие. Fingers crossed. На всякий случай. Воу. Опять. Слушай, куда-то... Меня, походу, глючит. На меня глючит-то. Я вижу обелиск. Да, аналогично. Каких-то людей видел. Вижу. Даже так будет правильно. Я, кстати, не думаю, что это люди. Фиг его знает. Но у них есть странные головы, были вытянутые. О, мелкие вот эти черти полетели. Черная дыра какая-то. Все стягивает свет. Похоже на глаз Саурона. Да-да-да. А сейчас похоже, знаешь, на что? На яйцеклетку. В которой, собственно, все слетается и сейчас облаготворит. Воу, это что такое?
обоговорили, четко. Айзек, тебя не слабо приплющило, смотри. No, we've got it all wrong. This isn't the Marker homeworld. The aliens, they found the markers just like us, and it spread. It consumed them. It pulled their bodies through the sky from the final stage. Oh my god, the lol. Да ладно. Moon is the source of the marker signal, not the machine. The moon is convergence. The aliens, they built the machine to freeze the planet. Вот это поворот. To keep the moon from becoming whole. Вообще пушка. If the machine shuts down, everything thaws. And convergence has resumed not just here, but... Everywhere the markers have spread. And this is... Here's the key. Вот это поворот! Thank you for doing all the heavy lifting. No! Вот это поворот! Просто вверх драматизм, как в индийских фильмах. Сейчас танцы начнутся с песнями. Stay away from that machine, Danek. No. And now that I have this, I'll be able to turn it off. The natives of this planet chose death over evolution. Now I'll make sure humanity doesn't make the same mistake. Получается, инопланетяне хотели затормозить все это, а потом они, блин, поглотились этим обелиском. Нажимай Е, нажимай Е, нажимай Е. Мне не говорят нажимать Е. Нет, всегда, всегда нажимай Е. Так, газ, газ, блин, газ. Надо убегать. Блин, куда бежать? Я сгорел. Нет, не сгорел, я жив. Беги сюда, к двери, к двери, к двери. Ах. Мне дверь открылась, быстрее. Я прошел, короче. А я нет. Я тебя затащил с собой. Это хороший ход. Девка умрет стопудово. Давай. Хорошая жертва будет. Да прыгай, дура, блин. Блин, да прыгай. Do it, Фагас, do it. Я нажимал Е. Как? Я нажимал Е, почему он не закрывал гребаный дверь? Как? Пойдем, пойдем, пойдем. Да пес тебе, я жить хочу. И беги сюда. А, лол. А ты что-то прошел, ты что-то не понял. Ну там коридорчик был. А, может быть, я не нажимал Е? Мне не говорил, что надо нажимать Е. И я слепой. Я всегда нажимаю Е. Да, да, всегда нажимай Е. Это главное правило этой игры. I love you. Во! Другой поворот совсем. Ну это капец, я убью этого очкарика. Так давно пора, я не знаю, что мы тянем. Блять, я им очки ушибу. Жесть, бедный мужик. Да вообще ребец. She knew better than anyone how important it was. Now we've got to finish this for her. Got it? Да, теперь ты приводишь его себя. Then let's go. Сначала тебе помогли, теперь ему. Все, это знаешь, это... О, нет. Лол-лол-лол. Куда ты побежал, друг? К выходу, но ты умер.
Так, сейчас продолжаем. Нам нужно больше... Там... Блин, давай, давай, беги, 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 там же газ идет сзади. Я бегу, 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 я бегу, бегу. О. Там а? Просто с... меня сразу перекрыл практически этот выход, я не успел среагировать. Я знаешь, сейчас не, такая ну... ситуация, как вот в индийских фильмах было такое, когда был такой гитарист, да, вот он там играл на гитаре, пел, и тут у него гитару, короче, отобрали, сломали, эти бандиты какие-то. И он погоревал, короче, пошел всех убивать просто. Потому что гитару отобрали, это самое главное, то есть это было в его жизни. Нормально. Все, видишь? Пиздата. Я говорю, у чувака отобрали гитару, все, сейчас пойдет всех убивать. Ну все, господа, стой, не двигайся. Сейчас, поговорит. На этой замечательной ноте мы заканчиваем нашу серию. И увидимся. Следующий, догнать нужно. Ну, вроде нету этого. Это... Пока-пока. Все, пока-пока, давай, до свидания.